Всем привет! У нас традиционный обеденный обзор. Я, как всегда, иду на пляж. Сначала искупаемся, потом на причал. Или наоборот, как получится. По состоянию, это по настроению. Нет, надо пойдем сначала искупаемся. Сегодня у нас, как вы понимаете, 29-е. Погода на море как бы отличная. Немножечко пасмурно. Небольшой шторм. Такой малюсенький. Ну, видите, все от него в восторге. Во всяком случае, большинство. Сейчас я где-нибудь тут... О, кажется, заморосил маленький дождик. А я сейчас тоже пойду купаться. На волнах. Итак, море. Первая часть. Классное море. Немножко мутноватое, конечно, да, есть такое. У самого берега. Ну, подальше уже светлее, светлее, светлее. Очень даже хорошо. Я думаю, эффект моря нам удастся. Как, в принципе, эффект пребывания на берегу. Ох, я только что хотел увидеть. Точнее, увидел стекло, что хотел бы, по-моему, показать поближе. Но эффект моря его сдул. Смыл. Это был маленький эффект пребывания на пляже. Это с того, что вы по нему прошлися. Не знаю, насколько эффективно это было. Ну, прикольно. Итак, на берегу. Ай, маленькие. А может быть, даже уже не очень маленькие волны. Смотрите, какая красота. Прикольно. Детвора купается, все нормально, значит, все нормально. Если мелкие купаются, то и не... О, стеклышко, смотрите. Вот такое вот зелененькое, красивенькое. Интересненькое. Ну, а я, пожалуй, тоже сажу водичку. Там девочка плавает, не буду мешать маме снимать ее. Да, хорошечно. Не жарко, не холодно. Ну, конечно, когда заходишь, все равно ощущается разница. Небольшая разница температура, но небольшая. Сейчас скажу, конечно же, вам. 12 часов 43 минуты. Пожалуйста. 12.43, вот вы слышали. Ну, это сейчас не забрызгает точно. Я, оказывается, молодой человек. У меня ждут уже внучки через пару дней день рождения. А я такой молодой. Не старею душой, ветераны. Все, свободно, спасибо. На пляже полно народу. Никого пасмурная погода не испугала, я вам скажу. Водичка теплая. Ну да, непрозрачная. Хотя так, относительно все. То есть я свою руку-то уже вижу, она в глубине уж точно. Не буду вам это. Так, сейчас меня забрызгать могут. Девочка учится плавать, но как-то не очень боится. Колесико обозрения он. Крутится, вертится. В общем, все нормально. Сейчас попытаюсь пройти участочек небольшой, там, где ребятки плавают, чтобы мне не мешать, и они мне не мешали. Катера у причала стоят, все на месте, катамараны плавают. Все отлично. Вон, классно. Ладно, будем
пак кебаб. Был маленький эффект присутствия на шторме. Ну, на этом... Ну да, отправимся на террасу. На вторую часть. Итак, друзья мои, вторая часть Марлезонского балета. Мы находимся с вами на террасе. Я ушел чуть-чуть правее от Стеллы, с улицы Калараш. В сторону парка, вот он сзади меня. Я вам его потом покажу. И вот вы видите, какая ситуация на пляже. Место, скажем так, более чем достаточно. Обеденное время. Многие пошли на обед, а многие уже и не занимают особо места. Да, в принципе, что их занимать-то? Места хватит всем. Смотрите, чем ближе к прибою, тем плотность сильнее. Я связываю это с тем, что основной поток идет с улицы Павлова. Тут недалеко. Кстати, меня просили снять дом номер 3. Блин, у меня аккумулятора не хватит. К сожалению, как-нибудь в другой раз. На причал это с трудом. Вот, и как бы здесь людно и хорошо. Загорать не жарко. Ну и сгореть можно. Загореть можно. Даже сгореть, в принципе, можно. Даже в такую погоду. Детвора резвится, играет, гуляет. Эта часть террасы почему-то не используют, там дальше стоят столики. Такой заслон надежный из мусорных баков, не сорить. Вот лучше бы мусорки поставили на пляже, действительно, что это такое. Они здесь сконцентрированы. А на пляже мусорку тут не найдешь. Вот такая ситуация у нас здесь и сейчас. Справа причал, на который я сейчас непременно отправлюсь показать вам ситуацию оттуда. В общем, как бы вот так. Не жарко, не холодно, очень даже хорошо. Ну а где заходить на эту террасу? Небольшой секрет. Вот прямо напротив вот этой тачки. Видите? Детские маленькие тачки. Ну все, конец второй маленькой части. Идем снимать третью, тоже не очень большую, но встречала. Итак, я начинаю третью часть, заключительную, с причала. Ну, до причала я еще не дошел, ребята, не дошел, иду. Только иду. И вот пока я шел к причалу, я подошел к Ольге, нашей, члену нашей банды, которая занимается реализацией путевок. И вот Ольга мне подсказала, что вопрос с Абхазией на сей момент откладывается до 4 августа. То есть Российская Федерация готова, туристические компании наши готовы отправлять туристов, но, к сожалению, Абхазия не готова еще принимать. То есть до 4 августа, ребята, Абхазия для нас всех будет закрыта. Имейте в виду, как бы вот так. Ну, а я, как вы понимаете, отправляюсь на причал. Сейчас идет слепой дождик. В прямом смысле этого слова. Настолько слепой, что я его даже не вижу, как он идет. Но чувствую, как мне на темечко попадает вода. Идемте, идемте на причал. Посмотрим, что там справа, что там слева. Дракоша на месте. Вот он красный, красивый такой. Прикольный. Не знаю, насколько у меня хватит аккумулятор, так что если что, сразу заранее говорю, до свидания.
не успеваю его заряжать. А запасные еще не пришли. Как бы вот так. Вот тут вот, на пляже идет, ой, на причале идет фотосессия. Полным ходом. Все друг друга тату, как я говорил уже. Слепой дождик. Поливает нас слегка. Там девушка прям так грациозно фотографирует себя. Прикольно. Ну а вот Плюшечка отправляется в путешествие. И три Плюша с ней тоже. Катя на месте. Все на месте. Водный мотоцикл сейчас заведется и понесет их в далекие края. Итак, друзья мои, ситуация на пляже Лазурном. Здесь вот вид с причала. Часть третья, заключительная. Детвора катается на волнах. Я вам показывал, волны такие прикольненькие уже, интересные. Гораздо интереснее, все визжат, кричат. В общем, приподнятое состояние, хорошее настроение. Кричит тетка, рассказывает про какие-то аттракционы, водные аттракционы. Ну, какая тетка, там девушка молодая, что же такое несут-то? Вот. В общем, как бы вот так, ребят. Наблюдаем сейчас с вами набережную, волны. Волны такие, что позволяют, видите, даже бананы и аттракционы работают, так что это назвать волнами сложно, но тем не менее водичка не очень прозрачная. Отсюда, допустим, я не вижу дно. А ведь еще, смотрите, недавно я его видел четко. Так, перебираемся на противоположную сторону. Что тут? А тут, в принципе, ситуация сильно не изменилась. Все то же самое, народ. Народ купается, плавает, резвится. Кстати, вот эта вот часть пляжа почему-то пустая. Помните, тут выставляли голубые зонтики такие прикольные, красивые, яркие, нету. Ну, видите, кто их выставляет, тот убирает, выставляет, убирает. Не жарко, очень даже хорошо. И традиционно сообщаю вам, что сейчас московское время. Кажется, 12 было 50 с копейками, 29 июля, температура воздуха, брюки превращаются, 30 градусов. Вот, вполне комфортно, даже не жарко, знаете, то ли мы уже привыкли, что 30 градусов, это уже не жарко для нас. В общем, даже очень хорошо. При этом слепой дождик не прекращается, по-прежнему вот так вот немножечко моросит. Ну, даже хорошо, прикольненько. Вот, девушки фотографируются, снимают видео всякие. Мы их тоже поснимаем немножко. Все, вот, куда ни глянь, везде. А там крики, на волнах все плавают. В общем, наслаждаются морем. Конечно же, для детворы это приключение, радость, хорошее настроение. Да и все, не только для детворы, для всех. Что ж, друзья, что напоминаю вам очередной раз, что Абхазия для нас закрыта до 4 августа. Видимо, в Абхазии все хорошая финансовая ситуация, поэтому они не работают. И на этом заканчиваю нашу третью заключительную часть причала. Покажу вам колесико, как всегда. И потопаю домой выкладывать вам это видео. Всем пока, до новых встреч в эфире. Так, ребят, я говорил вам, кажется, в предыдущей, в одной из частей про Павлова 3, который меня просили снимать. Я не знаю, что вам снимать. Смотрите, вот я сейчас стою около причала, вот он. Смотрю сейчас на пирс, плавненько разворачиваюсь и вижу жилой дом «Дельфин» Павлова 3. Что вы хотите от меня узнать? Где это здание? Так вот оно на самом пирсе, на самом берегу. Красивое современное здание. Сейчас я отойду дальше на угол, покажу вам его. Находится вот рядом с кафе «Флорид», рядом с прибоем, в общем, в самом центре событий, как я обычно и говорю. Вот видите, вот он, этот домик Павлова 3. Что про него рассказать, я и не знаю. Вы будете жить прям, но с окошка смотреть, с крыши, я не знаю, у кого куда окошко, прям в самую центральную часть Флорида.
Наверное, лишних слов и не надо. Бабло 3, отличное место, прям у самого синего моря. Лучше просто не придумать. Лучше только Балараш 14. Ну и прибой, конечно же, да, прибой тоже. Все, ребят, пока. До новых встреч, а то у меня батарея окончательно умирает. Для тех, кто интересовался караоке, смотрите, вот такая будочка. Тут всякая фигня, что-то как. Камера, которая меня снимает. 4 песни, 6 песен, 8 песен. Ну и вот ценовая политика. Если у вас есть проблемы, обращайтесь в техническую поддержку. Все, миссия выполнена. Пока.